Здорово, пироманы! Добро пожаловать в опасную зону. Давно я хожу с той мыслью, что нужно взорвать какое-то здание. Но так как все заброшки находятся очень близко к людям, а я знаю мощь своих петард, поэтому это будет небезопасно. Решил вот симпровизировать, построил такую халупку далеко-далеко в лесу. Кстати, небольшой спойлер. Здесь я забетонировал Корсар 50 тысяч. Пяти покрышках. Здесь, блин, бетона около тонны. Напишите в комментариях, как думаете, сможет ли осилить Корсар 50 тысяч 5 покрышек вместе с бетоном? Разорвет ли? А теперь давайте вернемся к сегодняшнему видео. В общем, решил провести чуть меньше сначала эксперимент. Есть у меня такой улик, где раньше жили пчелки. Он где-то в раз 20 меньше, чем эта халупка. И есть также квадробум. 8 на 8 сантиметров. Он по мощи взрыва тоже где-то раз в 20 меньше, чем Корсар 100 тысяч. Ну что, давайте посмотрим. Нифига себе. Ребята, я его не сниму оттуда. Капец, оно звучало. Летело, блин, свистело. Ни в коем случае не повторяйте увиденное. Я прячу за защитой. У меня, в принципе, тут все безопасно. Зеленому досталось хорошенько так. Откинуло. Красного не зацепило. В общем, взрыв был очень мощным. Даже теперь не знаю, чего ожидать от этой халупки. Пока я ее тут строил, я довольно-таки сильно промучился. Из-за сильных дождей размыло дорогу. Я застрял на машине с прицепом. Пришлось все в руках тащить. Довольно-таки тяжело было. Ребята, не скупитесь, пожалуйста, на лайках и на ваших комментариях. Вот, в общем, полноценный дом. Посмотрим, что внутри. Тут у нас такой китайский стиль. Цветочки. Тут есть окошко для вентиляции. Кровать. И, ребята, Корсар 100 тысяч. Загорелся. Закрываем. Так, отбежал я далеко, прячусь за такой защитой. Наверное, в общем, я присяду. Ребята, блин, обалдеть. Ха. Фу, воняет. Охренеть, это было жестко. Что-то я не вижу свою камеру. Ха. Вот она, бедняга, валяется. Фу-фу. Вы только посмотрите. Блядь, зеленый. В общем, манекены говорят, что это была дурная идея стоять рядом с домом. Разорвало, блин, вообще капец. Друзья, а дома и мокрого места не осталось. Все разлетелось.
На это видео ушло очень много сил и времени, но результат того стоил. Не оставляйте это видео без внимания. Делитесь с друзьями, пересматривайте его 10 раз. Это поможет мне подняться, а там, кто его знает, может и небоскреб какой-то взорвем. И еще кое-что, ребята. Будьте, пожалуйста, ответственны всегда. Ни в коем случае не повторяйте увиденное в моих роликах. Если у вас есть какая-то идея, лучше пишите ее мне. Я постараюсь заснять для вас в лучшем виде. Ну а на сегодня, пожалуй, все. До встречи в новых видео. Всем пока.